Население земного шара неудержимо растет. К концу столетия нас будет около 7 миллиардов. Удвоится количество необходимых продуктов питания. Втрое больше нужно будет полезных ископаемых. Потребление воды возрастет в 4 раза. Бурно растет потребность общества во всех природных ресурсах. Их надо бережно, разумно использовать. Но для этого прежде всего необходимо знать свою планету. Знаем ли мы ее? Явно недостаточно. До 40% суши не имеют полноценных географических карт. О всемирных геологических или подробных картах растительности и говорить не приходится. Плохо учтена в мировом масштабе пресная вода. Человека нельзя обвинить в том, что он не интересуется своей планетой. Напротив, люди всегда были любознательны, всегда путешествовали. Продолжая изучать Землю, мы и сейчас бродим по ней. А правильнее сказать, ползаем. Ведь мы не отрываемся от поверхности планеты. С трудом преодолевая каждый километр, по крохам собираем материал. Чудовищно много времени уходит на составление карт, на изучение геологического строения земной коры. Сложен мир, невероятно велик, а ведь большое видится издалека. И, может быть, отсюда извечное стремление человека подняться в небо, с высоты охватить взглядом все сразу. Пришло время, и человек оторвался от земли, полетел. С воздуха мы начали заново открывать свою планету. Появилось столько новых возможностей. Ледовая разведка. Обнаружение лесных пожаров. Картографирование труднодоступных районов. Да разве все перечислишь? Но в масштабе планеты и самолет, в общем-то, ползет по ее поверхности. Мал обзор. А ведь человек мечтал видеть сверху сразу целые страны. Осуществилась и эта мечта. Наступила космическая эра. Помните восторженный голос Юрия Гагарина «Вижу Землю»? Новый смысл появился тогда в этих словах. «Вижу планету Землю». Тысячи лет облачность висела потолком над нашей головой. Самолет пробил этот потолок, показал нам верхнюю сторону облаков. А теперь со спутника они кажутся крохотными комочками у наших ног, и виден край Земли. Первыми поставили космическую технику себе на службу метеорологи. Это советский спутник системы «Метеор». Объективы двух его телевизионных камер обращены к Земле. В поле зрения каждой камеры участок примерно 500 на 500 километров. Изображения записываются на магнитофонную ленту спутника, одно за другим. При проходе над приемной радиостанцией изображения передаются на Землю. Здесь они снова записываются на магнитофонную ленту. Потом печатаются на фотобумагу. По договору с Соединенными Штатами Америки мы принимаем из космоса и снимки их спутников ЭСА. Из многих снимков монтируется общая картина облачности целого континента. Затем производится расшифровка облачности. Вот пример. Облачный вихрь в районе Исландии. Так называемый фронт окклюзии, облачный массив. Холодный фронт, выпадает снег. Теплый фронт, идут дожди. Информация со спутников вместе с данными наземных метеостанций ложится в основу при составлении синоптических карт. По картам составляются прогнозы погоды, которые сразу же сообщаются всем заинтересованным организациям. С помощью особых факсимильных аппаратов передаются на места и сами карты. Казалось бы, дело поставлено неплохо.
Но человеку и этого мало. Ежедневно монтировать из кусочков неудобно, долго. Хотелось бы иметь сразу готовый общий вид всей планеты. В 68-м году наш зонд 5 сфотографировал Землю целиком. Тут уж монтировать не надо. Погода целого полушария буквально на ладони. 2 циклона над Северной Европой. Безоблачно над Северной Африкой. Кучево-дождевая облачность по экватору. Сплошная слоистая вблизи Антарктиды. Со временем глобальные снимки Земли будут поступать к метеорологам ежедневно. Но дело ведь не только в облаках. В промежутках между ними видна земная поверхность. На нее лучше смотреть с более близкого расстояния, как это делали космонавты через иллюминаторы своих кораблей. Глядя прямо вниз, сразу одним взглядом охватываешь сотни километров, различимы мельчайшие детали и воздушная дымка не больше, чем с самолета. Вся наиболее мутная часть земной атмосферы находится около поверхности Земли. Выше почти полная прозрачность. Какую же практическую пользу можно будет извлечь из наблюдения, фотографирования и изучения этих космических пейзажей? Четкой, ослепительно белой, ветвистой елочкой видны снежные вершины гор. Замерзшую воду на Земле изучают гидрологи и глициологи. Это тяжелое дело. Ведь надо знать не только качество, но и количество снегов и льдов. Знать распределение их по всему земному шару. Это нужно, в частности, для учета всей пресной воды планеты. Теперь можно одним взглядом охватить сразу целые горные хребты. Просматриваются из космоса оттенки цвета морской воды. Это позволит определять границы морских течений. Вдоль них мигрируют косяки рыб. В эти районы можно будет направлять рыболовецкие суда. Орбитальные корабли открыли огромные возможности для геологов. Еще в 68-м году космонавт Береговой снял горы Аравийского полуострова. По его снимку было сделано геолого-морфологическое и ландшафтное описание целой страны. Раньше такая работа требовала многолюдной годовой экспедиции. Наблюдая Землю с большой высоты, геологи обнаружат много нового. Посмотрите, например, какие странные кольца увидели космонавты в западной части пустыни Сахары. Их поперечник несколько десятков километров. Можно без конца ходить по знакомым местам и не замечать ничего особенного. Кое-где на поверхность выходят светлые породы, кое-где более темные, только и всего. А с большого расстояния становятся видны удивительные рисунки некоторых природных образований. Месторождения полезных ископаемых обычно связаны с определенными геологическими структурами. Уловить их даже с самолета не всегда возможно, зато они сразу видны из космоса. Отсюда они прослеживаются иногда на тысячи километров. Много информации содержится в окраске земной поверхности. Для объективного анализа цвета сейчас отрабатывается спектрометрический метод. Солнечный свет, отраженный от небольшого участка земной поверхности, проходит через призму, расщепляется на составные части, дает спектр. Фотоэлементы измеряют интенсивность отраженного света в отдельных участках спектра. Свет теперь обозначен вполне определенными числовыми величинами. Их можно без искажений передать по радио на Землю. Человек получает в руки спектрограмму, точную характеристику цвета данного участка. Чтобы прочесть этот документ, предварительно проводится большая исследовательская работа. Это одна из подспутниковых экспедиций.
Сейчас над этим местом на высоте порядка 200 километров проходит спутник, пилотируемый космический корабль. Космонавты получают спектрограммы земной поверхности оттуда, из космоса. А здесь, под спутником, одновременно с космонавтами, получают спектрограммы земные. Их делают для разных грунтов данного района и потом сравнивают с полученными из космоса. Космические сильно отличаются. Дело в том, что спектрометр спутника захватывает несколько квадратных километров. На таком участке поверхность Земли может быть неоднородна, цвета отдельных пятен смешиваются. Спектрограмма показывает некий средний цвет. Воздушная дымка накладывает на него голубизну. Синий край спектрограммы поднимается. При всех этих искажениях опознать тип поверхности все же можно. Но анализ спектрограмм нужно поручать электронно-вычислительным машинам. Они делают это быстро и точно. Полученные данные используются при уточнении геологических карт. Таким образом, можно, конечно, вести не только геологическую разведку. С орбиты заметны малейшие оттенки цвета растительности. По спектрам могут быть дифференцированы различные виды лесов. Смешанный лес, например, дает одну спектрограмму, хвойный – другую. Особенно легко распознать из космоса породы деревьев осенью. Желтеют они все по-разному. По изменениям окраски посевов можно в масштабе целых континентов контролировать ход созревания культур, давать прогноз урожая, планировать уборку. Планета живет, и рачительный ее хозяин человек не только должен знать ее ресурсы, он должен следить за всеми процессами, которые на ней происходят. Каждый год тают ледники в горах. Из космоса можно следить за масштабами и темпами таяния. От них зависит режим горных рек, влажность почв в долинах. Сходит весной снеговой покров и на равнинах, но каждый год по-разному. Надо заранее знать, когда и как строятся реки, сколько вберут в себя талой воды. Затопят ли низины? Все это можно прогнозировать со спутников. Вода приносит людям и немалые убытки. В иных местах она вызывает губительную эрозию почвы. Растут овраги, сокращая посевные площади. В других местах идет процесс образования солончаков. Глобальный учет всех этих бедствий становится возможным только теперь. Наблюдатели будущих орбитальных станций сообщат нам о состоянии горных пастбищ, подскажут, куда и когда лучше перегонять скот, уточнят места, где земля изнывает от засухи, предупредят о приближении пылевых бурь. Космонавты Николаев и Севастьянов рассказали, как хорошо заметны с орбиты лесные пожары, в которых гибнет столько народного добра. К сожалению, кроме этих стихийных бедствий, из космоса видны и другие, в которых повинны сами люди, хозяева планеты. Человек зачастую обнаруживает свое присутствие на планете не лучшими своими делами. Единственный признак земной цивилизации на этом снимке – шлейф дыма от завода, тянущийся на десятки километров, отравляя атмосферу. А так выглядят следы нефти, оставленные кораблями в океане. Длина их сотни километров. Из космоса видно, как катастрофически уменьшается площадь, занятая растительностью. Драгоценную зелень теснят промышленные и жилые застройки. На снимке можно видеть, что десятки тысяч квадратных километров цветущей саванны в Африке сожжены человеком. Это охотники огнем загоняли зверей в свои сети. Уничтожение лесов не только крадет из атмосферы кислород, нарушается равновесие в природе. Одно из проявлений этого – наступление пустынь. Песок, обыкновенный песок, начинает неумолимо надвигаться на нас, грозя все похоронить под собой.
рождается новая наука – космическое землеведение. С ее помощью люди возьмут на учет все природные ресурсы планеты и станут наиболее разумно их использовать. Обезвредят стихийные силы природы, поставят их себе на службу, прекратят варварское загрязнение среды своего обитания. Это потребует осуществления проектов, выходящих за рамки национальных границ. Совместными усилиями люди сохранят и украсят нашу родную землю. В это надо верить.